Привет, ребята! Давайте продолжим нашу распаковку бумажных сюрпризов. И у меня появилась новиночка для вас. Это коллекция Kinder. Вот такие вот пакетики. И еще одна новиночка. Это коллекция Птичка. А также я пополнила коллекцию вопросов. И сегодня мы ответим на 3 вопросика. И давайте выбирать пакетики для распаковки. Из коллекции Лягушка Дотти. Давайте возьмем вот такой вот пакетик. Коллекция Свинки. В прошлом видео мы взяли пакетик, но его не распаковали. Давайте я вам покажу, где он. Вот он, такой вот пакетик. Мы сегодня его возьмем. И еще один пакетик мы сегодня откроем вот такой вот. Он с такой страшной свинкой. Напишите в комментариях, что с ней. Далее коллекция маркеры. Сегодня возьмем вот такой вот. Коллекция Боб. Давайте возьмем... вот такой вот, где у него вылетает мозг. Шарлотта земляничка. Давайте возьмем вот такой вот. Тут нарисованы лимончики. Вирусик. И возьмем вот такой, где вирусик плачет. Мы также закончим коллекцию Филин. Коллекция Kinder. Наша сегодняшняя новинка. Давайте возьмем из серединочки. Вот такой вот. И коллекция Птички. Давайте возьмем вот такой вот. Также выберем пакетик из коллекции Лол вещи или все, что связано с Лол. Внутри этого большого пакетика такие маленькие. Давайте возьмем... давайте вот такой вот. Самый обычный. Кладем обратно. И сейчас я хочу взять вопросики. Давайте серенький вот такой вот. Хочу взять также... еще 2 таких. И давайте начинать нашу распаковку. Вот наш каталог. И первая коллекция — это свинки. Мы сегодня взяли 2 пакетика. Давайте возьмем пакетик, который мы забыли открыть в прошлом видео. Открываем. Как я уже и говорила, эти пакетики рвутся из-за того, что они тоненькие. И нам попалась свинка на первой страничке под таким смайликом. Вот такая вот она. Она подмигивает вам. Это... вы уже видите этот смайлик. Вот он. Давайте его приклеим. На первой страничке у нас такая полосочка. Линия из свинок, можно сказать. И следующий пакетик. Мне попалась свинка на второй страничке под таким влюбленным смайликом. Эта свинка так улыбается. Очень смешная. Итак. И эта свинка находится вот здесь. Это ее законное местечко. Давайте посмотрим нашу коллекцию целиком. Вот первая страничка. А вот вторая. И далее у нас идет коллекция вирусик. Так. Держу этот пакетик. А вот и он. Он с таким плачущим вирусиком. И давайте его откроем. И мне попался вирус под номером 4. Он такой плачущий. Кстати, этот вирусик мне почему-то напоминает на лягушку Пепе. Если что, это лягушка из мемов. И это у нас редкая лягушка, наверное, поэтому она лягушка Пепе. Давайте ее приклеим. Нашу редкость. И в следующем видео мы закончим эту коллекцию. И далее коллекция. Боб. Вот, такие вот уже бобы нам попадались. И вот такой пакетик, где у Боба вылетает мозг. Кстати, это вторая часть этой коллекции, такая уже у меня была. Это я сказала для новеньких. И у меня вылетел вот такой вот Боб, и он говорит: это дно. И
И он был у нас под номером 3. Вот тут вот такая коллекция. Надеюсь, она вам понравилась. И далее коллекция, которая называется маркеры. Кто не знает, здесь мы приклеиваем маркеры прямо в эту подставку для карандашей. Или в стаканчик, кто как говорит. Давайте открывать. И что же нам здесь попалось? И здесь попался зеленый цвет. Ребята, отмечайтесь в комментариях, у кого любимый цвет зеленый. Рядышком с этими. И вот как выглядит внаружи. И далее коллекция. О, кстати, это коллекция LOL OMG. Это свэк. Вот так вот я оформила эту страничку. И самая интересная коллекция, как мне кажется, это коллекция вещи LOL или все, что связано с ними. Давайте посмотрим, что внутри этого пакетика. Как я и говорила в прошлом видео, в пакетике нам попался пакетик. Уже просвечивается, что фигурочка под номером 8. Давайте посмотрим на нее. А нам попался такой блокнотик с такими куколками LOL, которые говорят «Вау». Она у нас была под номером 8. Это на второй страничке. И сегодня мы закончим эту страничку. Кстати, если кто видит, здесь я приклеила блесточки. И далее наша новиночка. Это птичка. Но перед тем, как мы откроем этот пакетик, давайте ответим на вопросик. Так. Красный цвет. И вопрос звучит так. Есть в Роблоксе? Если что, кто не знает, Роблокс — это такая игра. И, ребят, я никогда не играла в эту игру. У меня просто нет на это времени. И давайте откроем наш пакетик. И в первом же пакетике нам попалась надпись «Ничего». Да, иногда у нас такое случается, что в пакетиках нам попадаются такие пустышки. Давайте приклеим вот сюда. И следующая коллекция — это также наша новиночка. Скажу, почему она называется «Фастфуд». Потому что в этих киндерах попадаются именно эти коллекционные игрушки. Давайте откроем наш пакетик. Так. И здесь мне попался такой напиток. Мне кажется, это Кока-Кола. Я думаю, вам тоже так показалось. С мордашкой. Под номером 5. Номер 5 у нас на следующей страничке, то есть вот здесь. Как-нибудь аккуратненько. Вот как-то так я приклеила. Надеюсь, получилось ровно. И следующая коллекция в следующем каталоге. Вот он. Он довольно старый. У него обложка мягкая. И коллекцию, которую мы еще здесь не открыли, называется «Филин». Кстати, сегодня откроем последний пакетик из этой коллекции. И в последнем пакетике лежит наша редкость под номером 5. Давайте посмотрим, как она выглядит. Смотрите, как я пометила редкость. Вот таким серебряным скотчем. И нам попался такой влюбленный филин. У него в глазах сердечки. И приклеим мы его вот сюда. И наша коллекция заполнена. Вот первая, а вот вторая страничка. И следующая коллекция — это Шарлотта Земляничка. Вот это вот самая красивая. Ее, кстати, и зовут Шарлотта Земляничка. И посмотрим, какая же девочка нам сегодня попадется. Вот такой пакетик с лимончиками.
Я, кажется, знаю, кто это. Это Малинка. Вот такая вот девочка. Она у нас под номером 4. То есть вот здесь. Приклеиваем аккуратно сюда. И вот такая коллекция. Здесь у нас также находится коллекция лягушка Дотти. Я наконец-таки нашла эту коллекцию. Вот она. И мы еще не заполнили только вторую страничку. Откроем наш пакетик. И здесь мне попалась такая лягушка, которая с факелом. И она находится в пещере и куда-то туда смотрит. Ей, походу, страшно. Ребята, как вы думаете, куда я приклею? Вот сюда или вот сюда ее? Я приклею ее вот сюда. Вот такая коллекция. Сейчас я хочу ответить на вопросик. Он у нас серого цвета, точнее серебряного. И вопрос звучит так: что тебя мотивирует снимать? Меня мотивируют подписчики, которые с самого начала со мной, всегда поддерживают меня, пишут комментарии и ставят лайки. За это я им безумно благодарна. Давайте следующий вопросик. Он у нас такой розово-фиолетовый. Переливается. И вопрос звучит так. Ты есть в ТикТок? Нет, ребята, меня там нет. А сейчас мы будем распаковывать письмо от подписчицы. Это письмо пришло из Украины от девочки. Ее зовут Катя. Большой тебе привет. И давайте начинать нашу распаковку. Она открывается здесь. Давайте посмотрим, что же там внутри. Здесь было два письма. Читать на видео и читать за кадром. Пожалуй, это я уберу. А это письмо мы сейчас прочитаем. Приветики, меня зовут Катя. У меня есть аккаунт в Ютубе Ирина МММ. Это мой заброшенный аккаунт. А мой сейчас аккаунт, который у меня, его невозможно найти. А в лайке у меня есть аккаунт, называется Катюша МММ. Мне 11 лет. Занимаюсь бумажными сюрпризами, пишу, как видно, ужасно, люблю Маринку Д. Спасибо тебе большое за это письмо. Посмотрим, что здесь было дальше. Здесь я увидела такой блокнот с ключиками. Внутри он обычный белый. Вот такой блокнот. Спасибо большое. Далее у нас был такой адвент-календарь. Я показывала, как его сделать в одном из моих видео. Если хотите, можете перейти к нему. Ссылочка будет в описании. Вот такой вот адвент-календарь. Будем распаковывать в следующем видео. Еще Катя мне прислала бумажные сюрпризы, и коллекция называется «Вкусняхи». Вот такие здесь пакетики. Катя, спасибо тебе большое за письмо, мне очень приятно. Ну что ж, ребята, а на этом было все. Кому понравилось это видео, поставьте ему, пожалуйста, лайк, подпишитесь на мой канал, не забывайте нажимать также на колокольчик, чтобы никогда не пропускать моих новых видео. А с вами была я, Маринка Д. Спасибо за просмотр, пока-пока! Thank you.